Доброе утро! Сегодня 9 мая. Всех с праздником! Мы с Татошей гуляем в нашем народном парке, а тут вот целая свора друзей. Сейчас будем потихоньку знакомиться. Беленькая девочка, как ее зовут? Кэри. Кэри, вон она. Вон она, Кэри. Папа не отпускает своего бойца, потому что его потом не поймаешь. Сейчас мы пойдем к девочкам. А черненькая? Ульф. А, черненькая. Рена. Ах, вон. А я думаю, что мы такие знакомы. Рена, я тебя не узнал. Богатой будешь. Рену-то мы знаем уже давно. Ну-ка, идем. Здрасте. С праздником вас. Рена. Добрый. Рену-то папа не узнал без хозяина. Вон они какие. Вот они вблизи. Вот они, девчонки. Вот так вот. Сегодня праздник у тебя, Татоша. День Победы сегодня. День Победы. Ну-ка, молоденького. Ульф молоденький. Подожди, Ульф. Ты уже не молоденький, я смотрю, к Рене пристраиваешься. Уже взрослый. Ульф. Иди. Вот Рена. Татоша. Вот такой у нас сегодня ролик забавный получился. Привет, Реночка. Привет. Ну ладно, всех еще раз с праздником. С Днем Победы. Всем хорошего настроения. Надеюсь, мы вам его приподняли. Вместе с нашими любимцами. Тихо, Татоша. Татоше не дают побегать. Татоша может снести всех. И убежать так, что потом до следующего Дня Победы не найдешь. Опа, барыни легли и просят. Устала? Уморили тебя? Ну дай-ка папа тебя крупным планом снимет. Тихо. Татоша, не мешать. Не мешать, сказал. Фу. Ну-ка давай, переметь. Вот так. Все, успокоился. Ульф. Вот это Ульф. Он подрастет и будет большим мальчиком. Ладно, все. Все. Еще раз всех с праздником. Всем всего доброго. Татоша уже запыхался. И папа с ним тоже.